Любите активный отдых за городом или ленивые деньки на природе? А может, планируете отдых с семьей? В рубрике «Дима Лайк» мы рассказываем о лучших туристических комплексах Казахстана. Газ Энерджи. Стремление к совершенству. Сеть автозаправочных комплексов нового поколения. Совершенное качество. Совершенная мощность для вашего автомобиля. Газ Энерджи. Совершенная энергия. На выходные мы приехали в Чистые пруды. Это зона отдыха в 10 километрах от Нур-Султана, что очень удобно. Погода замечательная, а мое настроение еще лучше. Поехали! Наша база отдыха функционирует с 2012 года. В рамках проекта была облагорожена территория под размещение домиков, бассейнов и ресторана. Наша база непосредственно находится возле речки. Река была очищена от водорослей, от ила, засыпали галькой, чтобы пляж был удобный для гостей. На территории базы расположены 7 коттеджей, 4 бассейна, топчаны в восточном стиле, беседки в лесу и столики возле бассейна. Такая продуманная инфраструктура обеспечивает гостям комфортный отдых и большой выбор услуг на разный бюджет. У нас гостевые дома все стандартные, со сруба, рассчитаны на 2 семьи. Это комната, гостиная комната, посадочных мест за столом до 10 человек. Какие есть преимущества этого дома? Преимущества этого дома люди сразу ощущают, когда они из города сюда приезжают, они в первую очередь запах леса, хвойный, и это очень полезно для здорового отдыха. Дерево, это сосна. Сосна, да? Сосна. Сразу запах чувствуется, да, на леса. Да. В втором этаже у нас две комнаты, спальных комнат, двуспальными кроватями. Здесь еще одна гостиная, телевизорная и игральная зона. Со второго этажа, с балкона, открывается очень красивый вид на всю нашу территорию. Ой, как красиво. Тут еще 2 бассейна, да? Это наш маленький бассейн. Дальше еще 3-й, 4-й еще дальше находятся за этими большими VIP-домиками. Красиво. Берег, все рядом, лес. В любое время года в Чистых прудах можно провести отличные выходные. Здесь созданы условия не только для спокойной релаксации в лесу, но и для активного времяпровождения. База отдыха еще славится своей вкусной кухней. Давайте спросим у шеф-повара, какое самое любимое блюдо у посетителей. Добро Здравствуйте, пожаловать. Сергей. Здравствуйте. И у меня вопрос, какое самое любимое блюдо у ваших гостей? Ну, на этот сезон у нас самое ходовое блюдо – это козы-гриль. Выглядит аппетитно. Да. Здесь оно в современном приготовлении, подачи с картофелем и соусом из курта. Отлично. Можно, да, уже попробовать? Да, конечно. Давайте, Андрюша, пробуйте с соусом, макайте его. А какая кухня еще есть в ресторане? Только казахская традиционная? Нет, у нас кухня европейская, вот казахская подстраиваем под современную и восточную кухню еще. Вкуснотища. Мясо такое нежное. Акцент мы делаем на еще современную казахскую кухню. Переходим как с современными соусами, различными добавками, маринадами. Вот так. Вот это блюдо к этому и относится. Козы-гриль, можно так сказать. Супер. Асбос.
период пандемии мы столкнулись с некоторыми проблемами, но с недавних пор мы работаем по приложению Ашик, соблюдаем все правила санбезопасности. Расстояние между гостями соблюдается. По всей территории есть санитайзеры. После гостей ежедневно мы производим дезинфекцию всей территории. Перед нами стоит очень большая ответственность перед нашими гостями, потому что они нам доверяют свое драгоценное время, свой отдых. И мы, в свою очередь, стараемся улучшать наш сервис, всегда прислушиваемся к пожеланиям наших гостей, идем к ним навстречу. Чистые пруды радуют своих гостей уже на протяжении почти 10 лет. За это время зона отдыха завоевала сердца и взрослых, и детей. Побывав в чистых прудах один раз, вы обязательно захотите вернуться сюда вновь, чтобы насладиться природой и отдохнуть от городской жизни. Ну, здесь в основном все нравится. Моей внучке нравится бассейн. Обслуживание быстро, четко, еда, кухня хорошая. Ну и я люблю рыбалку, мне больше к рыбалке. Видели, какая рыба ловится? На постоянной основе мы находимся здесь, нам нравится. Мне нравится тут купаться и загорать. Мы часто тут бываем и отдыхаем. Прекрасный вид, незабываемые эмоции и невероятная атмосфера. Все это чистые пруды.